традиции представить нашего докладчика. Владимир Анатольевич Тера, научный сотрудник отдела техники охотничьего промысла в НИОС. И, что важно для нас, пожалуй, один из немногих людей в охотничьей теме, который занимается проблемой взаимоотношения охотников и зеленых. Вернее, даже не занимается, а скорее приглядывает за этой темой, поскольку в нашей стране, как и сказал Володь, в большинстве европейских стран у нас не существует защитников прав охотников, как у противоположной стороны существуют защитники своих интересов, защитники животных и так далее. Вот это беда не только нашей страны, это, так скажем, общая беда. Охотники зачастую замалчивают свои интересы, защищать охоту и охотников считается не то, что не очень приличным, но как-то непринятым. И вот перед нами сейчас один из немногих представителей, который может нам открыто рассказать об этом вопросе. Пожалуйста, предоставлю вам слово, Владимир. Добрый вечер, дорогие коллеги. Я занимаюсь этой темой более 10 лет. Вел переписку с электронную с представителями прав животных, активистами прав животных. И вообще могу уже что-то на эту тему сказать более конкретно. Мы знаем, что у нас у охотников и так много проблем, это и законодательство, это и обычная очень проблема организационная, в том числе и финансовая, но вот нам этого было мало, мы за последние 10 лет получили еще одну проблему, это защитников прав животных, и немало нравится. У нас эта тема известна только недавно стала относительно, за рубежом этой деятельности активной уже более 30 лет. Так уже более 10 лет в России продолжается кампания против весенней охоты. Запрет ее российские активисты прав животных рассматривают как принципиальную цель, отправную точку для дальнейшего запрета всех видов охоты. То есть запретив сначала весеннюю охоту, потом перейдем постепенно к запрету всех видов охоты. В своей переписке они это, как правило, не стеснялись никогда не знают. Для борьбы с охотой активисты понимали разницу. Применяют целый спектр разнообразных средств, от околоэтеричных и биологических аргументов до способа влияния на массовое сознание при помощи пиар-акций. Акцент в этом случае делают на простые, но действенные методы. Распространяют листовки с фотографиями и рисунками детенышей животных, которые якобы становятся жертвой охотников. Устраивают конкурсы детских технических рисунков, которые потом получают небольшие премии. Устраивают театрализованные электрические представления на улицах мегаполисов. Обыватели внушают мысль всеми способами, что охота – это пережиток далеко прошлого, и от нее надо отказаться. То есть так они говорят, что не стесняйтесь, потому что мысль входит в человека через врата чувств. Современные противники охоты мало похожи на тех многочисленных людей, которые раньше привлекали охотников в жестокости. И требовали ограничения, то есть помните Борис Рябинин, Владимир Чепков, Николай Сладков. Компания была против весенней охоты в 50-е годы, причем довольно-таки активно ее долго обсуждали на тренинге журнала «Охота общее хозяйство». И в общем, сейчас защитники прав животных опираются на многолетний опыт и поддержку своих западных коллег, и если ситуация будет пущена на самотек, создадут множество проблем. Все литературные источники интернет-сайты, которые посвящены деятельности прав животных, как правило, содержат раздел «Философия». Содержимое этого раздела правильно называть, наверное, не философия, то есть такая это наука, форма познания мира, система знаний, а идеология, совокупность идей, мифов, лозунгов, программных документов социальной нагрузки. То есть они четко говорят, вот у нас такая идея, теперь делаем раз, делаем два, делаем три. Делаем три, это запрещаем полностью охоту и все остальное. Развитие идеологии прав животных началось с высказывания британского правоведа Иосифа Бентама, который говорил, что животные умеют страдать в первую очередь, и поэтому нам нужно на это обратить внимание.
Вопрос не в том, могут ли они рассуждать или могут ли не говорить, но в том, могут ли они страдать. В настоящее время существует два основных философских подхода к вопросу о правах животных. Первым придерживается профессор биоэтики Принстонского университета Питер Сингер. Вот, философ родом из Австралии. Вот этой фразой он получил огромную известность, это фраза из его книги. Таксист нарушает принцип равенства, предавая значение интересам своей собственной расы, противник равенства полов, сексист, то есть нарушает принцип равенства, отдавая предпочтение интересам своего пола, а аналогичным образом тот, кто проводит дискриминацию по виду, допускает, чтобы интересы его вида ставились выше интересов других людей. Но принцип один тоже, то есть они четко ставят знак тире равенства. Второй, также известный идеолог Том Риган, американский профессор. У него длинное рассуждение о том, что животные являются субъектами жизни сами по себе, то есть они умеют переживать, чувствовать, страдать, и поэтому мы не имеем права на них охотиться и вообще использовать. То есть мы не должны с ними обращаться как с ресурсами. В целом, идея Animal Rights, вот из разных источников я подвел, примерно она выглядит так. Это идея равноценности главных потребностей людей и животных. Есть и максималисты, и есть и минималисты, сторонники, но все они едины в том, что животных нельзя рассматривать как частную собственность и использовать для получения пищи, одежды, развлечений и научных экспериментов. Вот этот термин специесизма, автором его считают психолога Ричарда Райдера, но получил известность именно благодаря Сингеру. То есть Райдер его выдумал этот термин в 70-м году, получил известность только в конце 70-х годов благодаря Сингеру. То есть это наравне с расизмом, сексизмом и другими такими темами, то есть разграничению людей. И дискриминация, то есть лишение какой-то группы прав. Кстати, Питер Сингер, если говорить достаточно нерадикально, то, например, Риган. Меня спросили один раз, если бы вы плыли, если бы мы были в океане, и перед нами была лодка, в которой был бы умственно неполноценный ребенок и собака. Кого бы вы хотели спасать? Он сказал, если бы это был неполноценный ребенок и очень умная собака, я бы спас собаку. То есть вот такая вот собака. При этом единственное, чтобы, например, увидеть, что эта тема не нуждается в уточнение, прояснение, потому что вот он говорит, например, я могу дать юридическое воспитание своему сыну, да, но и обязан сделать это. Но не являюсь ли я таким образом нарушителем прав там соседских детей, может быть, я им тоже должен быть. Он говорит, вот здесь у нас есть определенные обязательства. И в целом, несмотря на то, что достаточно идеи радикальные у них, этих философов, но они, то есть их считают радикалами, такими даже, как сказали бы Ригана, радикал с горящими глазами, но на самом деле они достаточно взвешенно подходят, то есть они больше ставят вопросы на самом деле. Наиболее краткая идея равенства человека и животных характеризовала Ингрид Юкер, глава ПЕТА, самая известная организация, ведущая активную борьбу за права животных. Освободители животных не отделяют человека от животных, не существует рациональной основы, чтобы сказать, что человек имеет специальные права. Крыса и свинья, собака и мальчик, все они млекопитающие, каждый из них осознает ценность собственной жизни, защищается как умеет. Идея прав животных подвергалась всегда критике. Права неотделимы от обязанностей, а животные не могут осознать ни своих прав, ни своих обязанностей. То есть мы знаем, что права существуют, и права всегда идут в связке.
К сожалению, во время переводов, например, наши люди часто путают, например, естественные права, права природы. То есть слово «право» вообще означает общеобязательную социальную норму. Это то, это такая норма, которой люди согласны придерживаться в отношении какого-либо явления. Но в мире существует множество идей, которые невозможно подтвердить рациональными рассуждениями. Идея прав животных – это одна из них. Население урбанизированного Запада склонно сочувствовать всем, кто говорит о своей готовности защищать дикую природу, права различных меньшинств. Идеология прав животных получила свою своеобразную, но довольно устойчивую этическую нишу в массовом сознании. Сингера и Ригана нельзя назвать радикалами с горящими глазами, как я уже говорил. Но их идеи попали в широкие массы, были упрощены и восприняты как манифест, руководство к действию. То есть их буквально восприняли как инструкцию по сборке мебели. Делай раз, делай два, делай три. Уравнивание прав людей и животных, хотя и представляет собой, в общем-то, не смешную пародию на национальное освободительное движение, находит своих сторонников среди членов леворадикальных молодежных группировок. Экстремистские группы освободителей животных увлечены анархистскими идеями. Они протестуют против всего до такой степени, что не едят мясо и не носят одежды и обувь из кожи и меха. Зеленые анархисты охотно участвуют в акциях против охоты и меха, так как считают их буржуазной роскошью, пережитком прошлого, без которого нельзя обойтись. В целом, общественное движение борьбы за права животных неоднородно. Максималисты постоянно сравнивают охотников с серийными убийцами, а меховщиков с нацистами, которые, как известно, изготавливали из кожи узников после лагерей, перчатки и абажуры. Объектом нападок стали ученые с помощью своей деятельности подопытных животных. Их сравнили с нацистами, которые ставили опыты на людях. То есть, ну, знаете, страшная история, конечно. Доктор Мендель и остальные. Умеренные сторонники прав животных требуют введения дополнительных ограничений охоты, зверевозства и животноводства. У нас есть такая, значит, проблема в восприятии вот этой идеи прав животных, защиты животных. Часто говорят, например, Гринпис хочет запретить охоту в России. Но здесь в таблице представлены организации, которые действительно ведут, в смысле, деятельность их направлена на защиту животных и охрану окружающей среды. Гринпис, ВВФ, Фонд защиты животных. Здесь идут по порядку, скажем так, по, как я считаю, по адекватности, наверху еще может быть самое адекватное, я думаю, что все организации, которые имеют отношение к правам животных, которые действительно разделяют самую максималистскую идею, самую максималистскую идею. Отечественные защитники прав животных подвержены влиянию восточного религиозного мистицизма и различных языческих верований. Целевая аудитория, на которую направлена пропаганда прав животных, отличается от Запада, имеет свою специфику. Население России не потеряло еще связи с землей и природой. Горожане в большинстве своем – это относительно недавно переехавшие в город сельские жители. Холодный климат не способствует отказу от использования меха и полноценного питания и другой пищи животного происхождения. Призывы отказаться от звероводства и животноводства не находят отклика в массовом сознании россиян. Но в России традиционно отходит отклик призывы охранять и защищать природу. Вообще известно, что главными факторами отрицательного воздействия на природу являются транспорт и химическая промышленность. Из-за распашки земель и строительства и деятельности промышленных предприятий исчезает огромное количество животных, которое вообще никакого отношения не имеет к объектам охоты. Если не ошибаюсь, например, из 100 зайцев, это немцы делали такие исследования, из 100 новорожденных зайцев добыча охотников делалась только один. Но особенности восприятия многим людям позволяют это не замечать, а банальное невежество не предполагать. Это происходит прежде всего от узости мышления антиохотников, которые мыслят, скажем так, по кратчайшей траектории. Среди борцов за права животных много гуманитариев, но очень мало биологов. Честно говоря, я
пока не знаю ни одного, разве что есть ветеринары. То есть ни одного нет биолога, ни одного эколога. Люди с трудом отличают экологию от чего-то другого. Но в средствах массовой информации они стабильно называются экологами. То есть эколог такой-то там, или группа экологов там совершили выпуск животных из лаборатории. Что вот такое совершение? Как будто бы тончик. В глазах обывателя только охота, непосредственно направленная на использование животных, птиц и млекопитающих. Согласно энциклопедическому определению, охота – это поиск и преследование зверей и птиц с целью добычи или потребления. Словарь Академии наук. Конечно, это несколько отличается от того определения, которое у нас в законе, но в общем, в всяком случае, есть. Несмотря на то, что охотничье хозяйство рациональное не только не уменьшает, но и увеличивает популяцию животных, именно охотники первые оказываются под прицелом агрессивной ветвиди. Так, сейчас я предлагаю немножко посмотреть. Вот термин «ветвидизм» равно «расизм». Это, если не ошибаюсь, март 1913 года. Нет, 14 года, да. Этого года. Март – это одна из акций, вот один из плакатов. Вот мы видим тут смешанные фотографии вверху. Это концлагеря, где содержали евреев в лагерях Холокоста. А в общем, внизу мы видим добавленные птицы. Животные содержатся в стойлах. Этот плакат, кстати, наделал большой скандал в Израиле, потому что там такую выставку не восприняли. Такое сравнение, ну, это видео молодых наших активистов, как правило, это хорошо одетое видео, когда на них смотришь, что видно, что они все чем-то таким отличаются, видите, что такое у них есть, индивидуализм такой, покрашенные волосы, часто у них панковские прически. Ну, видите, плакат Animal Liberation. Животные освобождаются и бегут, переворачивают технику, машины. Это добрые вегетарианцы против охоты. Да, буквально по тупой башке. Да. Старший год войны. Можно сказать, что достаточно агрессивные они на самом деле, когда касается повреждений. Картинка с одного из радикальных сайтов в виде освобождения животных в действие, то есть под покровом ночи они пробираются в лаборатории и освобождают животных. Что они потом с ними делают? Например, их выпустили, они в зверохозяйстве в Ленинградской области 3000 норок освободили и выпустили в ближайшую природу освободили. И как себя интересно почувствовала экосистема, когда 3000 норок было выпущено в маленькой воде. Конечно, большинство из них погибло моментально, но часть из них, я думаю, там устроили такой региональный экоцид, я бы сказал. То есть их братья такие, как лягушки, мыши, птицы, встречали на своих освобожденных братьев очень радостно. Вот плакат. То есть не плакат, это эмблема. Владимир, может быть, я еще примеры достаточно не доверяла. Очень хорошо. С чем приходится иметь дело, насколько сильно построили животных плакаты. Животных освобождение людей, это означает, что мы едины, должны освободить. Это тут и я на этой фотографии оказался. Вот когда был конгресс биологов охотоведов международный, устраивали около... Простите, где? Это Москва, это на Голынском шоссе около здания Росохотрудового союза. Это они точно знали, что идет конгресс охотоведов. Многие из этого конгресса тут ночуют в гостинице. И они такое телевизионное представление организовали. То есть вы видите панда, это ВВФ. Вот человек самый, с пистолетом, это охотник. Там еще был такой толстый
такой толстый человек, это был чиновник, в общем, он выдавал охотнику разрешение на отстрел, значит, ВВФ радостно это все подмахивал, подписывал, усмотрение. И потом он расстреливал, ну, как правило, женщины любят, особенно, раздеться, ну, известно, что мужской эксгибиционизм так не развит, как женский, а тут есть возможность раздеться, известно, что вот, видите, у нас есть такая своя специфика, чтобы в наших улицах раздеться, надо что-то подложить, потому что не так чисто, как на улицах, скажем, других городов. Это человеческое мясо убивает много животных. И вот активистка лежит в ванночке такой, которая имитирует полистирольную ванночку, которая продается мясо запаяно, вот по такой цене. Это в Петербурге акция. Ну, здесь тоже люди не очень-то одеты в дорогом белье. Это, значит, символизирует животное в капкане. Тут из фольги сделано что-то такое. Изумим, это капкан. Кто-то шкода пещеры Дубина. В общем, конечно же, охотников считают убийцами, потому что по-другому максималисты думать не хотят. Это из учебника 4 класса по природоведению. Здесь, значит, в каждом описаны климатические зоны. И везде в качестве близкой проблемы указано ружье под рисунок. То есть детям. Продвинутый ребенок написал браконьерство, обычно дети пишут охотники. Пишут охотники, да. Как правило, да, все говорят, что охотники. Но раз не стало живот, значит, это сделали охотники. Потому что думать о том, что, например, немножко больше фенола добавилось, из замедленного комбината, и исчезло гигантское количество животных, это мало интересно. И вот для сравнения о пропаганде отношения к охоте, я пустила по рядам книжечку испанскую, разъясняющую роль охоты в различных сообществах, вот она где-то там гуляет, да, вот эта большая, не нужно знать испанский, чтобы понять суть. Да, ну тут получается, видите, вот если буквально воспринимать прав животных, ну, то есть если они говорят, например, права, да, то есть это уже правовая норма, это уже не философские рассуждения, это четкая норма прописана. То есть если значит, специсизм или специсизм, или шовинизм будет признан, то получается, что вообще охота не то, чтобы сколько это противоречит, а единственное, и только максималистский подход к праву животных является верным. Владимир, может быть, вы нам расскажете несколько более подробно, чем отличается животное, целевая аудитория таких леворадикальных организаций и в России? В чем разница целевой аудитории? Есть ли она? Как правило, целевая аудитория стран Запада – это все-таки урбанизированное население, живущее в городах уже не в одном поколении. И поэтому для них животные – это, ну, во-первых, тут, конечно, свойственно всем людям антропоморфизма, то есть наделение человеческими чертами животных. Плюс, конечно же, все городские жители скучают по природе и переживают за то, что какой-то вид может исчезнуть, что где-то там животное было поражено, где-то что-то такое случилось. И охота непосредственно направлена на добычу животных. Поэтому охотника считают первым. Ну и кроме того, западная аудитория более терпима. То есть, например, у них можно ходить, расстреливать листовки и все такое, а у нас, например, охранники одного из петербургских магазинов поймали такого защитника прав животных, который только листовки расклеивал.
раздавал на входе в магазин. Ну, в общем, как бы без того, кто тебе не ломался в будущем. Конечно, нехорошо так делать, мягко говоря. Но на самом деле они действуют гораздо более радикально. Например, в Кирове много меховой промышленности, да, развита. И развита выездная торговля. То есть машины из Кирова развозят меха по всей России, продают. И в некоторых регионах их встречают вот такие активисты, которые стоят, ну, допустим, приезжает ярмарка возле ДК, раскладывается и торгуют. На входе в ДК стоят защитники и раздают листовки. То есть клиентов отпугивают, ну, вот такими кровавыми плакатами. Но проблема-то в том, что бывает часто, оказывается, шубы, дубинки порезаны. Активист приходит, а потом в социальных сетях не стесняется об этом говорить, чтобы они, как они называют это, экотаж, то есть экологический саботаж. В европейские зоозащитники такого себе нет. Нет, такого себе позволяют, но там у них это в целом. Страховые компании могут быть на стороне. То есть ущерб по торговцам мехами будет возмещен? Да, то есть это магнит застрахован. У нас подобного вида столкновения. У нас подбежать ночью, ударить, значит, камни по витрине мехового или кончего магазина, выбежать, в принципе, много энергии не надо, это надо сделать любой. Любой там хулиган, все такое. У нас и терпимость меньше. Ну, кроме того, что у нас и все родом из деревень, часто бывают в деревнях, они видят, как это все происходит на самом деле. То есть настала пора к этому четвероногому там другу отправиться на мясо, там корова, например, свинья. И люди знают, что тут и кошки будут счастливы, и собаки. То есть это такой праздник для всех животных. То есть одни братья меньше со своими правами легко переходят права других. Тогда это нужно для дела. Методы пропаганды в Европе и России различаются? Методы пропаганды, разве что только по объему. То есть на Западе действует целая организация, которая превратила это в коммерцию. Например, это же самое Бета. Это организация с оборотом сотни миллионов долларов. То есть любая идея, попавшая в какую-то социальную среду, превращается в источник обогащения одним, источник заинтересованности других, в общем, как и все у нас в мире существует в разных ипостасях. То есть как, для кого не за деньги, за. Существуют люди, которые живут тем, что они делают. Это индустрия. То есть, например, продавать футболки с. Так футболка стоит 5 долларов, футболка с логотипом. Там за право желтый стоит 20 долларов, это все продается и покупается. Ну и в то же время, если подходить буквально к идее прав животных, то это, конечно же, приведет вообще остановке не только прогресса, а деятельности человека. То есть, например, вот это же, например, вот Сингер или Риган, да? Им нужно, например, ехать и идти на лекции в университет. Чтобы буквально следовать идее прав животных, они должны себя вести, как, например, в Индии джайны, праведники. То есть выйти и не спеша идти по тропинке какой-то лесной и метелочкой перед собой вести дорожку, чтобы не допустить затоптать. Проехать на машине, а половое стекло, которое разобьется, десяток другой жуков, это все равно, что, знаете, вот проехать, чтобы там десяток другой представителей там меньшинств разбилось. Вот, то есть буквально это невозможно. И вот смотрите, вот это, например, да, она имеет сеть приюта. Вот известно, что животных, то есть это самая радикальная организация, самая последовательная, казалось бы, она собирает животных и собак в казенные приюты, переезжают несколько месяцев, а потом их усыпляют. Ну, скажем так, усыпляют, на самом деле это убивает смертельные инъекции. Вот газета «Ру» сообщает, что в 2016 году в
в Америке было убито, только Америка, 5 лет представительства по всему миру, убито 1647 собак и кошек. Ну, то же самое, что, например, без дома тебе собирать приюты, а если никуда их не отдать, ну, усугубление инфекции. То есть, если подходить к идее буквально. Поэтому идея хороша, но пока не попадет на простор. А как решилась вот эта проблема в Европе противодействия зеленых весенней охоте и так далее? Как раз, вот я знаю, что из-за деятельности зеленых организаций Венгрия потеряла традиционную охоту на вальшных. Нидерланды. Это, скорее всего, было одно из условий членства в Евросоюзе. Это политическое решение, и охотники не очень сильно. Но вот видите, у них охота весенняя, это совершенно другое. У них, если я не ошибаюсь, охота идет до конца февраля. То есть у нас охота на водоплавающих когда заканчивается? А у них она идет до конца февраля. У них нет зимы, у них можно ходить на гусей. 27 февраля можно отправляться на гусиную охоту. Поэтому они могут и без весенней охоты хорошо прожить. У нас такого, к сожалению, не получается. Поэтому когда, говорят о весенней охоте, что вот на Западе нет, в развитых странах, а значит и у нас быть не должно. Немножко они говорят неправильно, потому что у них на самом деле охота или чуть ли не было. И когда смотришь фильмы, то удивляешься, потому что там уровень добычи огромный. Там, например, настреляют 20 вальшников. Это страны, где с мясом там никаких проблем нет, можно магазине купить очень больше, чем у нас. Но люди ходят, стреляют вальшников десятками, и все такое. Скажите, пожалуйста, в правовом отношении борцы, которые за права животных, дифференцируют животных диких и домашних? Нет. И они как бы все равно, да? Ну, одинаковые права. Они уже, видите, если вот находить буквально одинаковые права, например, вот есть граждане России, есть граждане США, есть граждане, там, допустим, Евросоюза, то все, это уже законодательная норма. От нее нельзя говорить, что это как бы гражданин. Если есть правовая норма написана, то надо выполнять. Наберите в городе фильм «Земляне» и посмотрите. Это такие обидные. Вот этих, я их не называю ни пилот, ни кем. Это просто, ну как сказать. Расскажите, пожалуйста, вот как вам кажется, успех вот этих всех зеленых и зеленоватых в Западной Европе, скажем, у нас, кому удается лучше взаимодействовать с меньшими взаимными потерями? Можешь как-то сказать? С кем взаимодействовать? Ну да, вот скажем, ясно, что зеленые есть там и в Германии, и у нас. Но в Германии как-то, мне кажется, по крайней мере, такой яркой конфронтации, что ведь вроде их нельзя, по крайней мере, еще чуть-чуть больше. Ну, Германия страна, например, отличается, я там, причем если тем, что там всегда была развита государственная дисциплина. То есть мы знаем, например, после войны в Германии не было. В Германии не было партизанского движения, сказали нет, значит нет. Если у них нельзя подходить во время протеста, ближе там, я не помню, по-моему, 20 метров в госучреждение, то за пределами это не ударят дубинкой, не задумываются, или, может быть, даже застрелят. В других странах не так. И поэтому есть некоторые люди, тем более, если это связано с какими-то идеями каких-то партий, например, если партия нужны голоса, она начинает стремительно зеленеть. Ой, вы знаете, в 2006 году Соединенные Штаты Америки приняли антитеррористический закон о животноводстве. Как раз был направленный против фронта освобождения животных. Да. И с этого момента их там притушили. Они могут там ходить без, с микрофоном, эти расклеили. А там все, и был случай, когда 6 человек в ферму, их просто, они думали, будут там орать свободу животных, свободу людей на суде, а им вынесли 1 000 000 штрафа каждого.
и отрёл даже скелет лишения свободы. Так что там они, и плюс, по законам, Сингер еще, если вот так внимательно прочитать Сингер, освобождение животных, у них благотворительные организации не допускаются к политическим действиям. Только влезешь в политику, все, закрыли. Поэтому у нас они более свободны, чем где-то на Западе. А делается это с целью чего? Это в 94-м году еще по бродячим собакам, которых у нас развели. Была такая Павлова, я читал вашу книгу. Вот, была такая Павлова, которую я лично иногда видел, которая сидела вот так и говорила, да, человек лишний на планете. Как это было? Нужно было уничтожить, по-первости, физически наше сельское хозяйство, правильно? Потом второе, принести вот эту идею. А идея эта была, Оксфордская группа называлась. Сингер, Рейген и так далее. Там все было запланировано. Тем более, это были написаны работы типа Шарпа «Оранжевая революция». Фактически это планировалось как часть зоомайдана. Есть такой еще Борейко. Киевский экокультурный центр. Он мне сам писал, и журналист там Кирилл называл. Просто я книгу мы не знали. Вот. А там мне, я еще и занимаюсь этим, пишут, что там вот эти вот веганы, одна из сильнейших нацгрупп, и для них собака дороже, чем человек. Вот вам зоомайдан. А здесь сейчас, что у нас? И в принципе охотники, вы вот так вот подумайте, Троицкий выступает, Артемий знаменитый, по телевизору и в открытую говорит, вы маньяки охотники, да, вы убийцы. Да, вы убийцы. Мог бы он так сказать Германии? Оскорбить? Нет, никогда. Здесь. А потом, сейчас, если почитать их литературу, их идеологов, у них есть свои идеологи, то, что вы видите, это просто это. Шестерки на ножках коротких прыгают, которые. Им говорят дяди, доктора биологических наук. И дают ценные указания. А началось все это с университета МГУ, с так называемой биоцентризацией, биоцентризмом. Насаждение биоцентризма, как философия. Вот вы забыли упомянуть. Вот. И с этого момента это очень серьезное движение, которое фактически, они развели бродячих собак, которые уничтожают фауну, так? Ну они так глубоко, не то что глубоко, я говорю, что среди них нет не то чтобы биологов, нет людей даже с каким-то... Так, вы знаете, что берите еще аналогия жестокости, я не буду называть фамилию, есть такой, он доктор биологических наук, ну, собственно, он там практически единственный Никольский, Александр Александрович. Нет, какой Никольский? Ковторадзе. Вот, который принимает убиты. Типично, это никакая не философия. Это я называю это просто. Это квазирелигиозный культ поклонения животным. И тогда все становится понятно. И пять приоритетов. И когда я смотрел на передачу, я выступаю 360-го по оленю. Вот и так далее. Какой с ними может быть консенсус? Они должны быть объявлены преступниками. И никаких с ними диалогов. Есть защитники животных, а есть защитники прав животных. И им абсолютно наплевать, что будет животных. Вот когда я читал, изучал веганов, вот ему задают вопрос такой, ну уже разомбированный. Веганич. Да, ему задают вопрос, ну как вот вы освобождаете этих животных, а потом они умирают? Так лучше пусть оно умрет на свободе, чем в клетке. Понимаете, вот это. Лучше пусть умрет на свободе, они снимаются. Была корида знаменитая, когда они запретили кориду. У нас помните? Проведение, вот да. Бескровную португальскую. Чем закончилась эта корида? Если они так защищают животных, они так их любят, корида закончилась, быки все подохли. Ну, самое главное, кориду отменили.
Я, например, переписываюсь с одной аккредитанткой. А вы не могли бы представиться, если... Вице-президент Центра правовой защиты Александр Кулагин. Хорошо, что вы меня пригласили. Это ваша книга, да? Да. Да, к нормальному ведению нашего заседания. Закончим вопросы по докладу, а потом выступление, чтобы могли все послушать и задать вопрос. Потому что тут вот у нас... Я просто, понимаете, так болен был, что я вот встал. Потому что это первая встреча. Очень хорошо. Я вам очень благодарен за то, что вы пришли. Я думаю, пришел вот кто-нибудь из наших. А тут, видите, вопрос большой терминологии. Вот, например, я видел один раз статью, которая называлась «Защитник прав зверья». Вот думаю, что это думаю такое? Что... Статья о егере, который ходит в угодья, устраивает охоту, но в то время там подкармливает животных. То есть буквально это, если перевести, то «Защитник animal rights». Вот вопрос терминологии. Многие говорят, что да, я за права животных. Но видите, права животных или права в отношении животных? Знаете, социальная норма наша или вообще? Вы знаете, они всегда будут распространены. Они вегетарианцы с веганом. Да. У них одни проскакивают, все смешивается. А потом просто такое вранье. Например, они очень часто манипулируют. В Германии 20А статья, где... Права животных закреплены предприятиями. И это говорится в Думе на заседаниях открытым текстом. То есть там понятие просто у них поставлено так. Ради освобождения животных цель правовой связи. Ври как хочешь. Хочешь, чтобы Христос стал веганом? Значит, будет. Найдем там. Есть такие. Можно еще вопросы, да, позадавать? Я сейчас перескочу, что говорю про права животных, расскажу про сам термин, да. Вот если обратили внимание, что едино в том, что животных нельзя рассматривать как частную собственность и использовать для получения пищи, одежды, индустрии развлечений и экспериментов. Вот если мы здесь поставим сюда, значит, представителей других рас, национальностей или там, допустим, другого пола, то все будет в порядке. Все будет в порядке, будет отлично. Но если мы сюда ставим животных, то тут, в смысле, такая вещь странная образуется. Понимаете, получается, вся деятельность человека сводится к получению пищи, одежды, индустрии, развлечений, то есть они и научных экспериментов. А дальше ставим запятую вот здесь и пишем промышленность, транспорт, и все, деятельность человека прекращается начисто. То есть они, вот, честно говоря, вот смотришь, вот, переписываешься. Вот иногда, знаете, ощущение, что настолько глупы, прямо удивляюсь, они даже животных не знают. Но вот сайт ПЕТА, да, там, значит, плакат, белый горностай, снег кругом, значит, зимний мех, средство, белый чумак, написано МИНК, плакат. Смотришь, нарисован сурок, написано ХОРЕК. Как можно писать? Я никогда не забуду леса. Вот когда лису убивают на мех, лисята умирают в норах. Что будет, когда родила лиса? Понятно. Убивают ее. Но для них это главное, что вот лиса. Писец нарисован. Идиот эмоциональный нагадка на жителей мегаполиса, которые. Эмоциональный накат. Ну, я говорю, что вот первое, что удивляется, это полный безграмотность. Или мне пишут, что вот вы пишете про волков. Да, волков должны регулировать волков, значит, численно. Должны активисты прав животных, используя летающие шприцы. Человек не знает ни шприцов, ни волков. Самое главное, что у нас Государственная Дума в 99 году приняла, единственное, это Путин вето наложил, приняла закон Павлова, подписанный веганки. А дочь Павлова? Закон. Скажи просто, где дочь Павлова работала? Я не знаю. Фауне Москвы. Вот, да я. Они собирались истратить 900 миллионов рублей на свистел приюта. Я звонил, спрашивал, сколько у вас в день обходится содержание одной кошки или собаки.
Они называли цифру, в общем, если цифру умножить на 30, то получится примерно 4 средних пенсии. Так, вы знаете, что сейчас 15 миллионов, то есть 15 тысяч собак в Москве, 15 тысяч вторично одичавших, которых никогда не пристроили, содержатся за счет бюджета Москвы за 860 миллионов рублей. Вот. И это идет уже. Там, а где-то миллиарды. И это, кстати, все они объединены. И все они стоят на позиции геоцентризма. И то, что собака ведь такой человек, только на ней другая. И самое главное, как они суют Пифагоры. Вот когда есть такая Светлана Лось в Петербурге, так, самая, которая ложится под этим, собак там не убивать. Но самое главное, очень богатая женщина. Вот, вот вы знаете так, вот они, вы там не смотрите. А у нее так пистолетик с брюликом. Зубки так вставлены, я никак не могу вставить. Вот. Зубки так нормальные. Вот. И вот они вытаскивают, сидит Шенгаркин, и вот так лично, да, вот, тот, который сейчас. Мы же боремся с этим. Там уже не знаю как. Мне виселиц присылают эти. Вот когда интернет, то меня и жарят, то меня это. Я ну, добрые, это добрые, люди. Да, да. Добрые люди очень. Добрые, особенно они любят фильм «Коллекционер». Не помните, там с собаками, это с автоматом. Две собаки у него, вот этот маньяк-убийца. Вот, а сейчас они все, и вот они вытаскивают Пифагоры. Строго накажи себе свое дитя, раздающего клопа. Я просто им привезу. Если это увидишь. Но вот так вот давайте вот вы участвуете в принятии законов про это фактически. Вы фактически была рабочая группа. Есть такой еще Илья Михайлович Блуштейн. У нас там московский. Так, который будет сам брать рубашку там на себе. Мы вам будем помогать решать проблему бродячих собак. Но только нет способа убийства. То есть еще, что позиция вот этих дел, это вообще не убийство. Нельзя никого убивать, потому что нельзя убивать. Ну просто попадешь под действие статьи сразу. Буквально все. Там, да, там нету, нету шага вперед. То есть можно. Не-не-не, Несоедов, я вот читал, Несоедов в топку, честно, если мясо не будет. Да, будучи завигаться. С ними дискуссии еще такие интересные получаются. Сначала они пытаются тебе вот эти смешные такие фразы рассказать. Там, они... А вы знаете, что коровы выделяют метан из кишечника, и он платит монеты прогревает. Так, налоги на фонды. А потом... долларов в Голландии берут для коровы. 100 долларов. Да. А потом через 3, если не ошибаюсь, через 3-4 места, я вижу, что ты у тебя. Ну это сказал, они его часто приводят, этот психолог Гроб, что ли, Гроб сказал, извините, мы не слышим, как орет помидор. Помидор тоже орёт. Ну, какая, я вот, но самое главное, они выделяют так. Вот смотрите, вот возьмёте Виту. Мы знаем, что есть учёные, есть рациональные доказательства, я просто упрощаю. Но каждый внутри нас знает, что нельзя есть мясо и нельзя убивать. То есть все у них доказательства иррациональные. И если с ними разговаривать на такой же рациональной позиции, то это им благо только. Ну какой, извините, ну при чем тут Пифагор? Давайте вот так. Ну давайте, там, это я, там война и мир идет, там на Украине я достану, а Пифагор в таком году сказал так. А Леонардо да Винчи, самое главное, они цитируют Леонардо да Винчи, что настанет время, во-первых, они сделали его бегалом. Там, где он быть, никак не может Леонардо да Винчи. Вот. Когда убийство животного будет приравнено к убийству человека. И самое главное, что это цитата Мережковского. Из нашего писателя. Ну, это тоже на огромность. И в принципе, если взять Сингера, так вот Сингера, у него работы относительно талантливые. Вот, кстати, я даже скажу вот так. И Барейко тоже пишет. Там у него вот эти, но у него, как называется, видовая дискриминация. У них же был скандал, да помните, когда они приехали на конференцию в КЭС,
А там у него есть традиция, тем по куску сала дарить, мол, приехал в Киев, дай тебе шмат сала. Он раз это защитниками природы, кусок сала, а для них это, ну как так? Самое кусок, главное, кусок, что Борисов конкретно финансирует фонд на Хартуме. Ну да, я знаю. И город, который неоднократно бывал у него вовсе, то на глобальном потеплении. Так, миллиончики. Это целенаправленная политика. А вот эти, кого видите, это просто, называется так, медийно раскрученные активисты. Ну они уже, видите, они уже понемножку теряют свою позицию. У них был пик активности 93-й год. Да, во-первых, я этот вопрос изучал. Вот от этого веганства там действительно есть веганство. Во-первых, первое. Это в книге есть, кстати, в статье, в моей книге. Во-первых, сразу детородные функции теряются. Несмотря на это, она является концептуальной основой для эффективной антиохотничьей пропаганды. Антиохотники продолжают активно влиять на общественное мнение. В настоящее время в России существуют целые организации, ведущие работу по дискредитации охотников и охоты как явления. Они добиваются ограничений и запретов. В такой ситуации охотникам необходимо находить компромисс с умеренными антиохотниками. То есть, я говорю, не с защитниками природы, а с антиохотниками, которые умеренные, которые требуют ограничений. С максималистами и радикалами, которые подпиливают охотничьи вышки, разбивают витрины охотничьих магазинов. Можно и нужно спорить, но профилактика правонарушения – это дело полиции. Общественные охотничьи организации, задача которых отстаивать интересы охотников, должны заниматься сбором информации о деятельности защитников прав животных, критикой их идеологии, разъяснительной работой среди населения и пропагандой правильной охоты. Я прошу прощения, у нас достаточно количество новых членов и участников нашей секции. Да. Может быть, у них есть вопросы, что мы сейчас все вернемся к своим, так сказать, к своей тематике, но о том, что сидят молодые люди. Пожалуйста, у кого есть вопросы, потому что тема же очень сложная, трудная, но интересная. А может не молодым? Они сильно. Да, может они душе, понятно. Вот я хотел спросить, вот если как бы вы ответили на вопрос, в чем вообще причина того, что вот так в обществе такой сложился антагонизм между вообще звездами и охотниками? В чем причина и чья тут вина? Я думаю, в обществе очень много таких антагонизмов охотниками, неохотниками, милитаристами, антимилитаристами. Тут как и всякое социальное явление несколько, что только одна причина. То есть, конечно же, комплекс причин. Начиная социально-экономические, национальные, традиции и все такое. Но основа, это я считаю, основа, это наделение животным чрезвычайными чертами. То есть они упорно считают. Если даже вот вы возьмете, например, вот политически скажем, наугад возьмете 1000 фотографий с сайтов защитников. Всем животным приданы человеческие черты. То есть они так сфотографируют, так с видом работают. Плоская морда делается, глаза крупные. Ну это из Тинбергена, там помните? Да. То есть там, в смысле, то есть, например, панда может быть, например, вот даже ВВФ, мог бы, например, ВВФ сделать своей эмблемой гиены. Может даже какой-то редкий вид гиены. Нет, не мог. Потому что люди скажут, господи, что ты такого защищаете. Но еще тигр куда не шло. А скажите, пожалуйста, вот не считаете ли вы, что есть вообще на всех нас, вообще охотников и охотоведов, некий грех за непросвещенность той части общества, которая потом позеленела? Есть. Не некоторое, значит, большой грех, потому что у нас вообще мало. Ну, для нас охота всегда была вообще делом, так сказать, делом обычным. Ну, конечно. Понимаете, в деревне принести там несколько уток с охоты, скажут, вот, молодец, добытчик пришел. Да. И в
то же время, вот как на Западе, где охотники, учреждения существуют давно, там у них есть люди на зарплате, которые этим занимаются, пишут в том числе книжки какие-то такие, в общем, есть там секции юных охотников, как это и раньше было. У нас, например, раньше же были секции юных охотников. У нас это все, к сожалению, не то чтобы потеряно, а не было даже развито. То есть для нас охота была, ну, нормой жизни. Ой, в Канаде сейчас наоборот начинается как бы охота обучения людей. Ну, как природа обучения, ну, есть, ну, хотя бы дело так. Вот, да. Спасибо, Сергей. Посмотрите, как... Не забыли. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот среди вот людей зеленых, обобщим, понимаете, где у них кончается понятие животных? Это птицы млекопитающие или все-таки туда входят рыбы? Я уже не говорю о простейших насекомых и так далее. Где граница того, что они считают животными? Видите, если просто зеленое, да, скажем, да, ничего там плохого нет, зеленое, даже у нас гостиная здесь зеленая. Да. А вот, нет, ну вот максималистов мы называем темно зеленые. Да. Такие сложные вещи, я боюсь, что они вообще не понимают. То есть для животные и птицы, например, можно сказать. Да? То есть для них вот животное — это то, что у них вызывает симпатию. Вот это животное, все остальное для них пойдет. То есть они предлагают запретить охоту, но они не предлагают запретить проброболовство. Ну, рыба уже она не теплая, она же не теплая, не пушистая. Она не мягкая, это не тяжелая. Тем более ежегодный вывоз 16,5 миллионов тонн. Население это сразу почувствует. Это статистика. Вот застрелить собаку бродячую, это трагедия. Кстати, знаете, вот когда начались артобстрелы в Славянске, там показали один из сюжетов, собака осталась без хозяина. Так вот, туда стали звонить и говорит, что мы сейчас пришлем из Москвы курьера, вы нам эту собаку дайте, мы ее везем в Москву, не накормите, все такое. При этом то, что там творится, приехал курьер и собаку увез. Это, да, но в то же время там быстро симпатия кончается. Вот у меня не столько вопрос, сколько комментарий, потому что много лет проработал тоже. ВВФ, в том же, много общался с темно-зелеными. Вот, я планировал. Вот на ваш вопрос, почему, да, и как, почему разные восприятия в России этих и на Западе, в Европе. Мне кажется, что, во-первых, это от уровня базового образования основной части населения. Все-таки развал образования у нас начался на поколение позже. А восприятие всех этих процессов и понимание их естественной сути, оно очень важно. И, в общем-то, на всю эту пропаганду ведется, так скажем, глубоко урбанизированное население, в основном достаточно молодого возраста, которого, на самом деле, не очень хороший, высокий уровень образования. И вот мне приходилось общаться довольно много с различными сотрудниками различных оттенков зеленого, природоохранных, в первую очередь, неправительственных структур и Европы, и Азии, и Америки. Я должен сказать, что вот просто на глазах происходило, я 18 лет работал в ВВФ, на глазах проходило вымывание специалистов из этой области. Если раньше были зоологи, ботаники, там, зоогеографы, причем там PhD сплошь и рядом были, то есть по нашему кандидату наук, то уже последние там, лет 7-8 какие-то недоучившиеся журналисты, которые до этого специализировались на статьях на природоохранную тему. Люди, закончившие колледж, они говорят, я мастерс защитил. Какой колледж, защищенный мастерс? По старому техникуму. Вот уровень образования. Причем специальность такая, не зоолог, там, не ботаник, только просто эколог. Там все вместе, да, и помойки, и животные, и все. И уровень знаний такой же. Обо всем понемногу, никаких знаний нет. И отсюда, вот это восприятие. И еще очень важно, вот затронул проблему, что на самом деле мы тоже виноваты. И это еще беда, потому что экологи, вот настоящие экологи, да,
они пытаются общаться с аудиторией, с обществом на языке, ну если не науки, то хотя бы научно-популярном языке. Тогда как вот темно-зеленые оппоненты, защитники, да, зоозащитники, они общаются на поле эмоциональном, не профессиональном, а эмоциональном. Это очень легко продвинуть. Очень... Именно поэтому, да, стремительно темно-зеленеют перед выборами различных групп и партий. Очень легко. Это вообще экология, переводится на часть слова домовоз. Да? Это не как мы привыкли, что взаимоотношения организма с окружающей средой. Это домовоз, это обо всем. То есть часто себя любые там политики низко называют, что мы вот экологи, там, в том числе, да. Мы там экологи, социалы какие-нибудь. Даже не эколог, у нас по шагам называется просто чиновник из какого-то предохранного места. Можно вопрос, а? Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что правозащитники, условно, прав животных, они не делают разницы между дикими животными и домашними. Это так, да? Что права одинаковые. Это все, что, например, представители какой-нибудь расы или национальности, да, живущие в городе или в деревне. Тогда не кажется ли вам, что скажем, охотники, которые с оружием там разгуливают в природе, должны бы защищать себя, стимулируя защитников прав животных на фермы, на которых миллионы животных живут, и на пищевую промышленность, пусть они там попробуют повыступать, пусть они объяснят мещанину, который всюду, что у него не будет мяса, тем же зеленым, красным и так далее. А чтобы не было, так как я смотрю в американской программе, приезжают к бездомному, который живет, у них есть служба по охране прав животных, полиция есть. Кто-то позвонил, что там собака живет на свалке, да? Она живет с бездомным, который живет в картонной коробке. Приезжает полиция, кадры показывают американские. И говорят, ну как тут собака, хорошо? Он говорит, да, я кормлю ее. Ну хорошо, пожали руки, уехали. А то, что он остался в коробке, в картонной жить, это картонная. Поэтому лицемерие здесь чудовищное совершенно. И нужно, конечно, говорить о том, что... Спасибо большое. Например, в Москве можно устроить какое-то такое вот шоу, да, то есть приходят несколько девочек, кто-то из них может быть, кстати, не может быть, а если профессиональная порно-актриса, да, то есть раздеться, пофотографироваться на какой-нибудь хорошей улице, выступить против чего-то. Но вот если приехать туда, где фермы как раз, в райцентр, попытаться что-то такое выступать. Это хочется быстро очень. Вот именно. Для девочек плачевно. Получится, знаете, как если бы они приехали куда-нибудь. Там же товарищи с вилами ходят, они же живут. Маленький стрижок в строку по экологии. Был у нас такой префект в Москве, Митваль. Потом он, если не ошибаюсь, как раз попал на экологическую нишу. Или наоборот. Ну, в общем, другое дело, что когда он ушел из городских структур, он оказался ведущим передачи по экологии на одной из радиостанций, довольно серьезных. И как-то ехал я в машине, в большую пробку попал, и вдруг он посвятил эту передачу охотникам и охоте. Ну вот давайте, позвоните, звонят ребята. Там, вот у меня дед был охотник, отец, и вот он меня приучили, вот я тоже люблю вот продолжать это дело. Мы были в лесах, мы были на зорьках, мы слушали природу. Говорит, так, одну секунду. А это вот дед вас приучил, вот вам важно видеть глаза умирающего зверя. Вам очень важно, или вы что больше любите? Для вас важно видеть конвульсии? И он говорит, ну почему нужно? Или вам вот труп, вот, вид трупа. Вот вы не можете говорить, да почему, да что вы? И вот идут звонки за звонками, и идет разговор вот на таком уровне. Причем он придумывает какие-то кошмарные картины, рисует. Кровь течет буквально вот у меня по лобовому стеклу. Я понимаю, что человек... откровенно, причем начали звонить возмущенные просто слушатели. То есть дело доходило до скандала. Он
он буквально вот, а как вы, вот вам важно, он как актер буквально до визга доходил, вот, вот видит зрачок пульсирующий, вот как, вот а вы чувствуете это? Я же теперь понял, что человек глубоко, просто, во-первых, больной на голову. Это откровенно. Не верь, он очень здоровый на голову, я его хорошо знаю. Он очень здоровый на голову. Он хорошо знает, где ты, на каком месте. Я когда эта передача кончилась... Да, это точно. Человек рассказывает больше о своих каких-то фантазиях. Конечно. Так вот, ты понимаешь... Что охота – это убийство, да? И вот задаешь простой вопрос, а зачем тогда охотники тратят время, то есть, допустим, человек покупает ружье, едет куда-то, тратится на транспорт, на долго идет по лесу, стреляет, возвращается домой. Пришел на любую ферму, купил несколько цыплят, их тут, и если тем более важно убийство, то зачем там делать это быстро? Ну, мы же знаем, что... Ну, обычно в поле сидят, кабалок прикармливают, и чуть ли не с пулемета их настреливают. Наверное, забывается роль вообще охоты в истории человечества. Человек позволил вырасти много людей. До такого, что я в школе надо сразу к такому приучать, что благодаря мясу начали хорошо мыслить, развитие мозга. Они тебе скажут, мясо человек стал есть только в ледниковый период. Есть такие. А так он жвачное животное. Есть такие народы, которые без мяса вообще не живут и не могут прожить без мяса. Они скажут, наемали уже есть гиганты. Что? В животное, оно закричит, будет изгибаться, все такое. А откнуть ее в капусту, вот там это, у брокколи, да, ничего не будет, зашипите все. Вот видите, и все. И вы скажи, а возьми этот пруток железа, откни, например, в лужу. Что там будет? Что там будет с микроорганизмами, да? То есть, ну, допустим, вот видим весь мир, как он есть. То есть вот, на, вот как, я помню, у нас на ботанике было, то есть вот берешь квадратный метр, кладешь его, да, и подсчитываешь, сколько там растений. Если такой квадрат сделать 100 на 100 метров, да, то можно посчитать там животных, все такое. Они этого не видят. То есть, вот сказать, что давайте под стадион, под хороший, сейчас 5 гектаров леса срубим, все такое сделаем, здесь будет хороший этот самый, скажем, стадион, ну, где будут спортсмены, вегетарианцы, тренеры, скажем, отлично, какой лидер. И все. То есть для нас это понятно, что это такое, а у них-то они так глубоко не думают. Не кажется ли вам, что вот эти группы интересов, которые вполне естественно, да, просто играют на деньги, да, то, что называется честная игра концепции, да, западные, ну, у нас издавался такой журнал. Вот, потому что, естественно, есть некоторая часть населения на всех трех уровнях, и на биологическом, и просто на уровне социальных групп. И вот то, что про Митвеля рассказывают, да, это уже просто манипулирование сознания, методики НЛП. Да? Вот все это есть некая большая игра, да, вот, начиная от права животных, ну это уже как бы философия охоты, да, когда говорится о том, что животное вот убивать нельзя, а если ты на него охотишься, то это вроде кто кого, да, вот ты можешь, так сказать, быть удачным охотником, неудачным, но в целом все вот это есть некая игра групп на достаточно существенные деньги, которые можно выявить, и кое-кто и выявляет. Я с вами согласен, то есть всегда есть те, кто за то, что-то получает. Ротфеллеры, Ротшильды, все оттуда идут.
чтобы внушить, что я животное. Нет, ну об этом не говорилось. Я просто для того, чтобы хоть что-то об этом сказать. Потому что это выглядит, извините, все как некоторая ошибка. Эколог ошибся, чего-то не понял, да? Но с точки зрения социальной психологии сейчас понятно, что деградирует мышление людей, мнения разные, и мнения можно сталкивать, извлекая из этого прибыль. Столкновение мнений дает просто финансовые возможности. Нет, но тут как бы это борьба, идейная, никакой нет идейной борьбы, это две руки, которые просто... Так, ну, извините, пожалуйста, как мы будем жить дальше? Все вместе говорить или все немножко? Я думаю, что все-таки уже все мы очень хотелось услышать предоставящие поколения. Ну что, наверное, тогда финансирование. Единственный момент, я думаю, не стоит задавать вопрос, что делать сейчас. Мне кажется, это борьба идеологии. И, к сожалению, вот господа ученые в этой борьбе проигрывают. Вот свою идеологию, мне кажется, немножко вот они считают, ну что это там, это же само собой разумеется. Вот сейчас как раз мы живем в обществе, в котором научные идеи не само собой разумеются, понимаете? Научные идеи, их надо нести, их надо вколачивать, пропагандировать. А у нас такой клуб ученых, которые, да, вот поворчим и все. К сожалению, за общество надо биться. Вот этого у нас нет. Вот здесь как раз молодежь, которая в малом количестве это знает и воспринимает. Вы знаете, очень мало таких. Поэтому мне кажется, что мы немножечко вот клубно работаем. Надо больше биться за наши деньги. Я с вами согласен, да. И через интернет, и нагло, и ярко, и может быть, знаете... Вы знаете, что вот я хочу сказать, вот ну, эффективно и единственная книга этого брата была 2003 год, которая, в принципе, вскользь осознана. Ну, правильно ли так? Больше ничего не было, когда вот только, ну, там я статью а то уже видите, сейчас мы живем в таком мире, раньше кто-то имел право говорить, кто-то нет. Сейчас все будут говорить, мы все будем это делать. У них интересно говорить, в том-то и дело. Поэтому сейчас любой человек, вот вспомните вот эти фильтры Петрика, да, как звали этого, зовут этого, да? Там человек при помощи простых пиар-акций и способов добрался до Академии наук, до финансирования на уровне Совета Федерации. Если Совет Федерации принял этот закон единогласно 99-го года, Павловский закон, и если был Ельцин, он бы его подписал. А там было четко, что общественная организация, некоммерческие объединения осуществляют контроль над охотниками, над это. И вот бы они лезли с плакатами на законном основании. Кругом в гоне поставили видеокамеры. И если бы там хвост причемили к козде, там бы уже сразу были петиции в ООН, петиции туда. И я не знаю, куда писать, генпрокуратуру. Вот как с Касаткой недавно, это же смех полный. Я-то их всех знаю, как оружие. Это наложил вот так, когда касаться. Так, дорогие друзья, у меня есть такое предложение. Значит, давайте мы все-таки вернемся к нормальному течению нашей дискуссии. Мне кажется, первое, что мы должны поблагодарить Владимира Николаевича,
А потом продолжим дискуссию, потому что потом первый травм прошел. Ну, прежде всем поблагодарить, это я еще ни одного слова не говорил, но я буду очень кратко. Где-то, когда я еще не охотился и не рыбачил, мне попалась одна эпиграмма 19 века, середины 19 века. Она звучала так. Какой у нас гуманный век? Послушайте Дарвина. Скотина тоже человек, а человек скотина. Спасибо вам большое, но у меня есть, прошу прощения, будьте добры, скажите, все-таки у нас, видите, новые люди есть, где можно это почитать, то, что вы сказали, есть какие-то публикации, чтобы как-то немножко жить, продолжить с нашей. У нас были попытки как-то информацию распространять. Набрать в интернете там, мою фамилию, Владимир Фетера, охота права животных. Ну вот, да, тебе это скажите, кто запишет, Охота и права животных. Охота и права животных. То есть мою фамилию, там и статья, которая выходит. Нельзя, Витя, тут же преувеличить значение этой книги, потому что на самом деле они исторически уже не то, что сходят со сцены, было это внимание потеряли. Правда, популярность это 93-й год. Хорошо, понятно. И последнее мое маленькое объявление. Следующий наш передач состоится 18 декабря. В четверг. Значит, называется наше заседание так. Практика и теория интродукции крупных травоядных. Постановка проблем. Оплачиваем ТИПКО. Наш сотрудник Института Северного. Все. Спасибо за новую встречу. Всего вам доброго.